И всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и сегодня мы взяли новую игрушку на прохождение под названием Life is Strange. Эта игра, я, честно говоря, ее не сильно ждал, и, в принципе, когда она вышла, я посмотрел, почитал отзывы за нее. Очень многие люди ее уже прошли и сказали, что игра действительно охрененная и, ну, такая крутая, можно поиграть, как бы, да? Игра будет разбита на 5 эпизодов, и в каждой, ну, по эпизоду будет выходить, знаете, как Walking Dead, который мы проходили, и тому подобное, Telltale-овская. Но это не Telltale-овская вроде игра, да, это Square Enix. Игра, я, честно говоря, не знаю, почему они начали все выпускать вот такие вот именно по 5 эпизодов. Может быть, это заработывание денег или что лучше, или хрен его знает. Но Square Enix, я, честно говоря, не очень эту компанию люблю, потому что, ну, последние даже Splinter Cell, которые выходили, если не ошибаюсь, Splinter Cell же под этим выходили. Ну, что-то не то, какое-то, ну, не очень. Я прохожу полностью вслепую, я не знаю ни спойлеров, ничего. Пожалуйста, друзья, не спойлерите, если кто напишет сразу в бан, а того откидаю своим членам. Ладно, давайте начнем новую игру. Я когда зашел в эту игруху, мне сразу это напомнило почему-то Gone Home по музыке и по всему. Life is Strange — игра, в которой все принятые вами решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Еще эта игра, мне кажется, будет очень похожа на Dreamfall, но я опять же не знаю пока что. Пока что мы не знаем. Я буду проходить с вебкой вот эту полностью игру. Я думаю, все будет круто и классно. Какая-то гроза. Если будет прошлое, будущее, настоящее, это будет вообще бомба, потому что такая система была в Dreamfall'е. Когда мы в средневековье были, потом в настоящем, будущем, в каком-то там хрен порассышь в каком. Ну, похожими фильмами, допустим, по этим играм был Облачный Атлас, если я не ошибаюсь. Так, это наша девчонка, да? А, и кстати, почему ж... Где я? Что происходит? Почему я начал сейчас проходить? Потому что Русификатор выпустили. Группа толмачей. Вам отдельное спасибо, если кто, может, смотрит. Я попала в бурю. Как я здесь оказалась? Да и где я вообще? Вот, вот этим персонажем мы будем играть, нашей девушкой. Подождите-ка, там есть маяк. Если я доберусь туда, то буду в безопасности. Надеюсь. Блин, маяки, честно говоря, мне еще с Биошока третьего не нравятся, потому что если есть маяк, то что-то будет не так. То есть, блин, красивая игра, мне уже нравится по графике. Я бы не сказал, что тут прям что-то невероятно обалденное, но по стилистике просто бомба. Я вот планировал эту игру записать в 12 часов ночи, потому что, ну, я немножко сейчас занят был. Но я как зашел, как посмотрел, я думал, блин, нет, все. Так, вращать камеру, ну, мы и так знаем. Я зашел, посмотрел, думаю, блин, мне такие игры, ух, нихрена себе, шторм какой-то, да? Воу, охренеть. Мы можем посмотреть сюда? Но использовать мы пока что ничего не можем, это плохо. Ну ладно, давайте пройдем к маяку. Видимо, это где-то мы в каком-то, может быть, мире или в прошлом. Твою мать. Если перевести дословно, то святое дерьмо. Holy shit. А, и этот цунами идет... Воу, нет. И прямо на нас. Ну, это был сон. Ого. Это было так правдоподобно. Как говорится в фильме Альфреда Хичкока, маленькие частички времени. Это можно с, так, с тем же успехом. Что, так, я в классе, все в порядке. Я в порядке. И частички запоминают нас лучшие и худшие моменты. Во тьме, свете... И тому подобное. Ну, какая-то лекция. Вы можете назвать фотографа, который идеально запечатлел человека в черно-белом? Я не спала. Да и не похоже это на сон. Странно. Смотрите, мы можем выбирать, да? А ну-ка, сейчас я посмотрю графику. Может быть, тут есть... Ну, может, мы сможем улучшить или покопаться. Так, ну что, я немножко покопался в графике, поставил на свой эд. Так, из безнадежности, изображенная на ее лице, это грустные глаза матери. Так, они пока о чем-то разговаривают. Ну, вроде как увиделся. Так, взглянуть, смотрите, фотография какая-то. А как, подождите. А я ниже не могу. Может быть, как-то по-другому?
Передвиньте, чтобы навести курсор на фото и заметьте. Потяните на взглянуть. А, вот так. Какой ужас. Если я покажу ее мистеру Джефферсону, то опозорюсь перед всем классом. А кого она фотографировала? А может, Арбу стоило фотографировать людей, когда они кажутся прекрасными и невинными? Пока что, честно говоря, не знаю, о чем она. Так, у нее отличный вкус, она могла бы выбрать другое направление. Фотография, дневник. Читать, взглянуть. Дневник она свой ведет, я так понимаю. Мой любимый месяц, лучшая погода в году. Люблю смотреть, как листья меняют цвет, превращаются в крошечные огоньки, но сейчас все еще чертовски жарко. Спасибо глобальному потеплению, поэтому нельзя насладиться ни пальто, ни свитером, ни ужастиками, но ничего. Скоро какие-то доложила мне октябрьскую страну. Так, сейчас я быстренько прочитаю, потому что... Наверное, это даже не важно. Так, тут, походу, очень много дневника, и пока что я не думаю, что нам смысл есть читать. Макс, походу, нашу девушку зовут Макс, прям как моего друга, с которым я снимал Макека, как вы помните. Мы можем, наверное, про себя посмотреть, да? С самого рождения хотела стать фотографом, я всегда смотрела. Ну, я сейчас почитаю это все. Честно говоря, я буду просто рассказывать об этом, потому что если я все это буду читать, очень сильно серия растянется. Ну, короче, мы можем почитать о всех, но, в принципе, тут ничего такого нету. Дневник, я так понял, наш будет нашим инвентарем, в котором мы сможем позвонить любому человеку и тому подобное. Мы видим, как у нас будут открываться постепенно какие-то локации. Ну, давайте дальше посмотрим, что еще есть. Виктория. Так, что у нас, пенальчик? Поверить не могу, что я ношу этот пенал. Надо бы купить новый для более подходящего 21 века. Хотя мне не нравится. Хотя мне нравится этот, старомодный. Так, сделать селфи. Селфи. Это полароид, еще такой, знаете, старый. Это ж полароид, да? Похоже, Макс сейчас сделал так называемое селфи. Дурацкое название для отличного фотоприема, а у Макс есть к этому талант. Макс, никогда не понимал, почему так называют. Разумеется, вы знаете, что фотопортреты стали популярны с 19 века, так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Простите, не смог удержаться. Какой-то учитель-хипстер. Суть в том, что проектура всегда была важным аспектом как в живописи, так и фотографии. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание, хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Вопрос адресован не я знала, но забыла. Вы меня спрашиваете? Дайте подумать. У нас что тут, что тут вариант. Ты либо знаешь это, Макс, либо нет. Здесь есть люди, еще знающие ответ на вопрос? Это был Луис Дагер, французский художник, который изобрел дагеротипию, который создает портретам зеркальный эффект. Со своими ретро-штучками ты забыл основу, печалька. Какие-то... Дагерский процесс позволил нам различать детали на лицах людей, делая портреты. Так, взгляните, камера. А ну-ка, взгляните. Прости, Макс, на сегодня хватит. Селфи. Так, это мы уже видели, да? Так, ну давайте тогда ждать, пока нам расскажут, в принципе, да? О, все, звонок. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса «Герой дня». Победитель полетит со мной в Сан-Франциско, где фото будет показано всему миру. Это отличный старт для карьеры фотографа, так как что Стелла и Алиса, соберитесь. Тейлор, не прячься, я все еще жду твою фотографию. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Какой-то урок по истории или почему, хрен его знает, про фотографии и всякое такое. Довольно интересно, довольно прикольно, мне нравится лично. Виктория не упускает возможность подлизаться. Это ее типа, да? Даже ее дневник в подарочной обложке. Планшет. Поверить не могу, что она подшутила надо мной перед всем классом. Ей что, 15? А ведь все остальные смеялись. Ну, сейчас такая молодежь, да, она ржет, даже писем покажи ей. Конечно же, у Виктории все самое лучшее, но вещь самое дорогое. Следовало догадаться, у нее оборудование лучшее, чем у Академии. У нее, походу, какая-то, да, камера 5000 стоит читать. Обладательница мощного нового поколения, невиданная, да, бла-бла-бла. Все сохраняются на карты памяти. Ну, рассказывается о классном фотоаппарате там или что там. Так, кто-то что-то
А ну-ка взглянуть. Ну, получится неплохой снимок. Давайте сфотографируем, а что там? Чьи-то любовные эти записочки. Ай-яй-яй. Так, что это за бабуля? Кейт. Катюх, что делаешь? А ну? Кейт сегодня такая грустная, тихая, бедняжка. Привет, Кейт. Здравствуй, Макс. Надеюсь, я не опозорила тебя, сегодня ты тихая. Кейт, надеюсь, я не опозорила тебя своим ответом. Это так ужасно быть в центре внимания. Ну, допустим, Виктории это нравится. Она против тебя ничего не имеет, Макс. Ладно, у меня дела. Да, у меня тоже, потом поговорим. Короче, эта игра, я могу сказать, она... Ну, я когда смотрел эти трейлеры по ней, я видел, что она очень похожа на Heavy Rain. Ну, тем, что мы можем также ходить, исследовать, всякое такое. Использовать. Like кажется, кто-то уже работает за этим компьютером. Круто. Photoshop и как будто бы акварелью нарисовано. Прикольно так, красками. Так, давайте подойдем к нашему учителю, может быть. Мистер Джефферсон. Взглянуть. Так нелепо. Я всегда стеснялась, нервничая рядом с мистером Джефферсоном. Может, он тебе нравится? Извините, мистер Джефферсон, можно с вами поговорить? Да, уж тебе стоит извиниться. Нет, Виктория, это ты нас прости. Я ни за что не допущу, чтобы ты, будущая звезда среди фотографов, упустила свой шанс. А я должна участвовать? В конкурсе? Не думаю, что это так важно. Макс, фотографировать у тебя получается лучше, чем лгать. Знаю, выслушивать лекции от какого-то там старика, то еще западло, но жизнь не станет играть с тобой в догонялки. Ты молода, все еще впереди. Бла-бла-бла, верно, но у тебя есть талант. Ты одержима фотографиями, тебе хочется запечатлеть мир таким, каким ты его видишь. И все, что тебе нужно, набраться смелости, поделиться с этим талантом с остальными. Вот что отличает художника от любителя. Короче, он нам по сураке как дать, ну я же девушка, я не могу. Каждый раз, когда я смотрю на Викторию, то мне кажется, что она говорит про меня. Какая-то падла, да? А ну-ка, фотографии. Пока что от маяка здесь не спрячешься. Это тот маяк, который мы видели, да? Довольно интересно. А ну-ка, давайте посмотрим тут. Здешний лес выглядит таинственно, даже на фотографии. Тоже смотрите, как все сделано в фотографии, акварелью нарисовано, видно, красками, короче. Не знаю, может, гуашью там или чем. Но сюда мы не можем пройти. Короче, нам стоит, наверное, выходить. Больше мы тут ничего не найдем, да? А пока что игра кажется, как бы, ну, такая добренькая, милая. Но это не хоррор-игра, так что, друзья. Блин, да у него лучшая плазма во всей Академии. Но мой канал не только рассчитан на хорроры, так что... Плакат, рекламирующий конкурс «Мистер Джефферсон», очень хочет, чтобы я в нем участвовала. Герой дня в таком... Крайний срок 15 октября 2013 года. Нифига себе. Это в 2013 году все происходили события. Ну ладно. Прислать копии документов, удостоверяющие вашу личность от лиц, не достигших 18 лет. Требуются документы разрешения от родителей. Хорошо. Это все хорошо, но мы по ходу выйдем. Посмотрим, что же нас будет ожидать далее. Добро пожаловать в реальный мир. Короче, такая школка интересная. Обычная школа в Америке, да? Мне срочно нужно в туалет ополоснуть лицо и убедиться, что я не похож на неудачницу. Такая тихенькая девочка. Square Enix. Ну, смотрите, нам игру представляют только сейчас. Музычка. Донтин Entertainment. Короче, начинается игра. Я думаю, будет крутая. Но, в принципе, может быть, она будет ванильная слишком. Но мы пока что оценивать глупо ее рано. Надо хотя бы первый эпизод пройти и потом сказать, что это вообще, класс или нет. Первый эпизод. Хри за Лида какая-то. Смотрите, мы можем поговорить даже сразу. С какими-то алисами. Так, давайте сначала пойдем в туалет, как она сказала. Музычка даже. Вау. Мне нравится. Так, слушайте, а где туалет? А бегать я могу? Прикольно. Я думаю, за эту музыку меня хоть... Не, это класс науки. Так, сначала я пойду помоюсь. Мне нравится. Но если будет, конечно же...
Предупреждение, придется убрать эту музыку. Ну, красивая, мне нравится. Так, давайте ополоснем. Я надеюсь, это не мужской? Здесь пусто? Это хорошо, никто не увидит мою кислую мину, кроме меня. Так, хорошо. Блин, мне уже нравится эта игра. Зеркало, кран. Все так нарисовано, как в Gone Home, прям очень похоже. Я бы не сказал, что графика прям идеальная, но она очень приятная довольно. Расслабься, перестань себя мучать, у тебя есть талант. Да, бывают такие люди, у которых... Все, типа, говно это все. Странно, что она так решает. Опа, бабочку надо сфотографировать. Когда закрывается дверь, открывается окно. Или что-то типа такого. Ну, открывается другая дверь, типа. Бабочка сейчас сядет на туалет. Ладно, дорогуша, такое фото не каждый день сделаешь. Опа, а как достать? А как достать? Подождите. Настройки, а ну-ка. Управление, как достать этот пистолет и застрелить бабочку? Честно говоря, я не понял, но там у нас КМЭ какое-то. Бабочка! Она не улетит? Может подойти к ней? Как использовать камеру, твою дивизию? Может подойти ближе? Во, фотографировать. Аккуратно. Не улетай, падла. Готово. Опа. Это мужской, походу, был туалет. Какого хрена? Все хорошо, на этом не паникуй, бро. Все в порядке. Просто считай до трех, не бойся. Это школа твоя. Захочешь, взорвешь ее. Ты босс. Да уж. У нас так в школах не делали. У нас просто... Чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. У меня нет для тебя ничего. Ошибаешься, у тебя до жопы бабла. Ими владею не я, моя семья. Ох ты ж божечки, бедный богатенький ребенок. Я знаю, что ты толкаешь дурь здешним ученикам. Думаю, твоя уважаемая семья поможет мне, если я обращусь к ним. Я уже предвкушаю заголовки в газетах. Не втягивай их в это, сука. Скоро все узнают, что Нейтан Прескотт торчок, который ноет как девчонка и говорит сам с собой. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой. Ого. Где ты достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его. Никогда мне не указывай, мне достало, что ты люди пытаются помыкать мной. За убийство у тебя будет гораздо больше проблем, чем за наркотики. Да, по такой швали даже скучать не буду. Бери пушку, псих. Нет, охренеть. Просто так убил в школе, он что, поехавший вообще? Вот это, конечно, поворот. What the fuck? What the fuck? Эй, не повторяй. Как такое вообще может быть? Я была в туалете. Он стрелил девушку. Это эффект бабочки какой-то. И охереть. Я подняла руку, затем оказалась здесь. Охренеть, если такая же штука будет, как в эффекте бабочки. Эту лекцию я уже слышала. Эти частички запоминают нас, слушая худшие моменты во тьме и свете, в контрасте. Над Кейт снова издеваются. Сейчас, если зазвонит телефон Виктории, все это заправду. Охренеть. Твою мать. Не могу в это поверить. Вы можете назвать фотографии, которые запечатлены? Ладно, раз я схожу с ума, то нужно идти до конца. Молодец, Виктория, почему арбуз? Удерживайте, чтобы перематывать времени. What? Охренеть. А куда я перематываю? Назад? Да, забрать, чтобы фотоаппарат... Воу! Вы можете назвать фотографа? Охренеть, вот это да. Вы можете назвать? Кто-нибудь? А ну давайте ответим. Как ответить? Макс, не психуй, пока рано. А ну, сейчас мы сделаем селфи. Из-за безнадежности изображенной на лице. Когда я сделал селфи, Джефферсон задал мне вопрос. Если он сделает это снова, значит все за правду. Во. Ну то же самое, да, повторяется. А ну, давайте сейчас ответим. Я точно знаю, что не сплю, это реально, я уверена.
Значит, я смогу обращать время. Но откуда у нее такая... Откуда у нее дар этот? Что если девушка все еще не мертва? Что если я смогу спасти ее? Я так и думал, что она об этом подумает. Мне как можно нужно скорее отправить... Я думал, что эта игра будет просто ходишь ля-ля-ля, тополя, а тут такое еще. А ну, ответ же мы знаем, да уже? Я себя нехорошо чувствую. А, ну видите, мне срочно нужно в туалет. Я себя нехорошо чувствую, ну-ка. Можно мне выйти? Неплохая попытка, Макс, но как просто тебе... Так просто тебе не отделаться. Поговорим после занятий. Здесь есть еще люди, которые... Вот черт, Джефферсон хочет оставить меня после занятия, ведь мне нужно спасти девушку. Это было... Надо было ответить. Блин, почему не было выбора ответить? Что вы узнали что-то полезное, что может вам перемотать время? А, давайте перемотаем время и теперь ответим. Время перемотки удерживайте shift, чтобы перемотка происходила быстрее. Макс, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, блин, мне нравится это. Это представьте, можно управлять будет чем угодно. Вот, Дагерский процесс. Дагерский процесс, эту теорию разработал французский художник по имени Луис Дагер, примерно в 1830-м. Похоже, ты изучаешь материал так же хорошо, как и позируешь. Молодец, Макс. Хорошая работа. Дагерский процесс сделал, короче, то же самое. Так, а как нам выйти теперь? Во, Макс обходит всех остальных. Так, ну, короче, все то же самое. Фотографию, чтобы уехать в Сан-Франциско. Бомба просто, друзья. Не прячься, я все еще жду. И да, Макс, вижу, ты притворяешься, будто не видишь меня. Короче, друзья, Макс, ты не сходишь с ума, это не сон, пора бы тебе стать героем дня. Короче, друзья, на этом мы первую серию заканчиваем. Мы увидели, что у нас есть управление временем, и что мы можем менять судьбу людей. Мы пока что не знаем, что это вообще происходило и что да как, но в следующей серии, я думаю, я пройду эту игру просто сегодня и завтра будут все серии по ней. Девушка в скорлупе будет, не переживайте, обязательно будет. И тому подобное. Так что ставьте лайки, если вам понравилась игра. И, ну, это видео, как бы. С вами был Блудлина, скоро будет дальше прохождение. С вебкой, конечно же, если она у меня там опять нормально, ну, не тупанула. Так что всем пока, удачи, хорошего настроения. И ждите новую серию.